На протяжении двух дней в администрации Десногорска проходили заседания депутатской комиссии. 17 октября обсуждались вопросы законности, правопорядка и защиты прав граждан, а также мандатной и депутатской этики. Также депутаты утвердили список работников предприятия «Атомтранс» для награждения благодарственными письмами в честь профессионального праздника Дня автомобилиста. В этом году его отмечают 28 октября. А 18 октября обсуждались вопросы развития города, городского хозяйства и экологии. В повестке дня числилось 13 вопросов. Депутаты заслушали доклады представителей МУП ККП и службы благоустройства о готовности обслуживать город в осенне-зимний период. На данный момент закуплена техническая соль для смеси, реагенты, отремонтирована вся снегоуборочная техника. Начальник финансового управления Светлана Потупаева рассказала об основных параметрах и направлениях исполнения бюджета Десногорска за 9 месяцев текущего года, о дебиторской и кредиторской задолженностях. Депутаты заслушали доклад заместителя главы города по экономическим вопросам Антона Шестерякова. Он рассказал о стратегиях социально-экономического развития города до 2030 года. Также парламентарии утвердили изменения в правила землепользования и застройки города. Эти и другие вопросы комиссия приняла решение вынести на 55-ю очередную сессию городского совета. Светлана Разганова, Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ.